Nose work. Nose, yes. Nose – это? Нос. Work – работать. Спасибо нашему эксперту в английском языке. Сегодня у нас гости, которые нам как раз-таки расскажут и продемонстрируют со своими питомцами, со своими воспитанниками, что же такое nose work. Позвольте представить. Татьяна Баранова – это тренер по nose work. Рядом Елена Шпакова вместе с Джеком. Он, кстати, Джек – участник как раз-таки соревнований по nose work, поэтому он сегодня с нами. Как и Габи – тоже участник. Да, и вместе с владельцем Ольга Хохрякова. Доброе утро всем. Доброе. Доброе. Татьяна, ну расскажите нам, пожалуйста, nose work, что такое? Nose work – новый вид кинологического спорта, который совсем недавно, в 2000-х годах, пришел в Россию. Пришел он из США и был придуман специально для адаптации бездомных собак, содержащихся в приютах, для развития их интеллекта и сотрудничества с человеком. В чем заключается основной принцип? Что делает собака? Они должны унюхать просто что-то. Что-то унюхать? Собака – животное, которое живет в мире запахов, в отличие от человека. Познает окружающий мир носом, изучая запахи. И работа носом подвластна любой собаке, независимо от возраста, породы, величины. То есть подумали и решили, что носом смогут работать все, от той терьера до черного огромного терьера. Понятно. Елена, расскажите, ну вы вместе с Джеком как давно уже занимаетесь nose work? Мы занимаемся больше года, как с самого успехи? Начала. Успехи очень, очень отличные. Было сразу видно, что собаке легко и вообще свойственно работать носом, поэтому ну, мы стали этим заниматься очень увлеченно. А из-за того, что это еще и для собаки большое удовольствие, и для хозяина никакой трудности не возникает. Мы просто с упоением. Вы и дома теперь практикуете nose work? Да, и на улице, ходите. На прогулках, на выезде, в гостях. То есть это упражнения, которые они никого не стесняют, но при этом это ну, время... Вид провождения совместного взаимодействия с собакой очень. Ну, на практике легкий. Помогал уже вам nose work как-то? Потеряли что-то? Раз, Джек, помоги к нам. Вообще меня в nose work привело желание такое немножко эфемерное. Поиск грибов в лесу. Мы очень много живем, очень классно. Проводим за городом, и зародилось наше вот это вот стремление, а можно ли собаку научить искать грибы. И вот оттуда мы пришли, стали искать, кто занимается запахами, как навык привить, как развить это в собаке. Очень и легко. Получилось? Да. Собираете грибы теперь вместе? Нет. Пока нет. Найти можем. Грибы нет, а вот золотые всякие медали, монеты. На соревнованиях теперь, да? Да. А скажите, Ольга, а у вас какая история с Габи? Как вы давно занимаетесь nose work? Мы где-то полтора года занимаемся. Пришли в nose work, потому что у меня собаке уже 10 лет. Мы занимались раньше активным видом спорта agility. Но так как собаке 10 лет, уже прыгать, скажем так, ей тяжело. И, соответственно, нужно собаку занять, так как она очень активная, и давать нагрузки какие-то все равно. И это не такое физическое напряжение для нее, но все равно работа. И она с удовольствием ищет тоже. Татьяна, вы сказали, что я услышал, мне кажется, что интеллектуально тоже развивает nose work собак, да, того, что они постоянно ищут. Как, что дает это собакам? Безусловно, безусловно. Интеллект развивается. Мозг – это как компьютер, где происходит анализ запахов, то есть восприятие запахов носом, но сигнал поступает в кору головного мозга, и там происходит обработка. То есть собака постоянно сравнивает запахи, и здесь, в нашем виде спорта, собака работает по памяти. То есть она уже знает те запахи, которые подразумевает норматив nose work, и работает по памяти. То есть сравнивая другие запахи, она нам показывает искомый, обозначает. Продемонстрируем. Это спорт, значит, есть тренировки. Продемонстрируем, говорю. Уже я пошел? Да? Нет, ты еще не занимался ни разу. Кто нам может продемонстрировать? Татьяна, расскажите, а в принципе, что сейчас должно произойти? У нас вот 6 контейнеров стоит. 6 контейнеров. В одном из контейнеров находится небольшая частичка нормативного запаха. Это корица, обычная корица. Почему nose work
прост, и им может заниматься кто угодно. Корица продается в любом продуктовом магазине. И ее можно использовать, прятать, собака будет искать. Это можно делать на даче, сейчас в лесу, надо на прогулке, дать собаке, да? Сначала понюхать корицу. Нет, собака... В нашем виде спорта ищет по памяти, она запах этот уже знает. Так, а кто они вдвоем, как это происходит? По очереди? По очереди. Давайте. Да, по очереди. Так он потом увидит, где правильный ответ. Не показывайте. А мы ищем в другом месте. Смотрите. Собака обозначает. Отлично. Габи, Руслан, проверь, там корица, точно? Нет, вы откройте крышечку. Я так по запаху чувствую, что там что-то трясется. И пахнет. Есть! Правда, корица. Правда. Не обманом. Так, теперь надо перемешать, как задание дать. Можете для переставить Джека баночку, и я могу Джека закрыть. Да, чтобы не подглядывал. Так. Поставь вообще подальше, вот туда вот, за давай снизу. Уноси, убегай, я убегаю. А если мы поставим подальше чуть-чуть? Не надо. Ну, это немножко будет не уже не совсем упражнение. Да, нечестно, это же спорт. Не проведешь вас. Несколько упражнений, они разные. Джек, пожалуйста, потянулся, все, размялся. Поехали. Сидеть. Найди. О, да, супер! Молодец! Ты посмотри. То есть ему надо сказать кодовое лапой, слово, да, какое-то, да, чтобы он начал искать, да? Конечно. У все. Каждого проводника есть своя собственная команда все. На поиск. Собака запускается по этой команде. И свое обозначение у каждой собаки зависит от темперамента, от характера собаки. Собака Габи у Ольги обозначает утыканием носика, целеуказанием. Джек чаще, он очень возбудимый парень, очень активный, он чаще вот работает там лапой, может показать. Блин, так получается, надо ему сначала дать все грибы мира, понюхать, изучить эти запахи, делать. Сегодня лисички ищем. И он тогда опять идет завтра, ищет. Татьяна, мы знаем, что соревнования, да, также проводятся, и расскажите о ближайших. Да, соревнования в Красноярске проводились уже неоднократно, ближайшие состоятся 27 марта. Приглашаем. То есть можно желающих в качестве зрителя даже прийти, в качестве, да, посмотреть. Зрителя, в качестве участника, может быть, кто-то дома сам занимается. Может что быть, да. А у нас всех ноузворкеров собираем в одном месте. Где и как принять участие? Мы будем проводить на Крастец, переулок Каучуковый, 6, строение 2. Так, нужно заявочку. А время как? С 10 часов утра и, скорее всего, до 2. Пока всю корицу не найдем. Все не отыщем. Татьяна, спасибо вам большое. Знаете о таком направлении, если вы с вашей собакой сейчас смотрите нашу программу и не знаете, чем еще заняться вместе, то Nosework — это, возможно, именно для вас.